наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна. Каждое послание Федеральному собранию – это прежде всего взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. Мир, молодежь, особенно кто молодежь, это было что? А не набил карманы. С 1 марта 2024 года, и производство, то есть, получается, и с завтрашнего дня. И культурные. Ветераны спецоперации смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Я все, что даже услышала больше, чем хотела бы услышать, такая наполненная картина происходящего мира за пределами России и непосредственно внутри нее. Проекты такие, которые реализуются уже буквально вот с завтрашнего дня по планам. Вот. Он показал то, что поддержка народа очень важна сейчас у нас в мире, в России, непосредственно внутри именно России. То, что и за счет поддержки внутри, за счет реализации, модернизации, роботизации, там, мы станем на тот путь, который должна показать Россия, в принципе, всему, всей планете. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России. Спасибо.